Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто слухає Українське радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня». Студія ведуча Анастасія Мандрика. У Дніпрі притулок для коней та диких тварин «Пегас» потребує допомоги. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила засновниця притулку Олена Русіна. Після профілактики препаратом від листів коні перебувають у важкому стані. Яка зараз ситуація у притулку та чи відомі випадки в інших областях та яка допомога їм зараз потрібна? Про це сьогодні ми будемо говорити у нашій програмі. А зараз на телефонному зв'язку засновниця притулку «Пегас» для коней та диких тварин Олена Русіна. Скажіть, будь ласка, пані Олена, коли саме це трапилось у вашому притулку? Ну, це все случилось 3-го числа, ми дали першу глистогонку, і не обратили так сильно внимания, но заметили, что лошади отказались от еды, вот первый день, второй день не очень, третий день они уже начали есть. Мы просто подумали, ну мало ли там жара, что-то еще, и даже не обратили внимания, что это со всеми лошадьми случилось, у нас 15 лошадей. Двум же ребятам, которым мы не давали по возрасту, им 4 месяца, с ними было все нормально. А потом началось вот буквально после этих дней, за неделю, они все стали истощенные, лошади. То есть это было видно визуально, почему мы стали беспокоиться. Но подумали, вернее ничего не подумали, да, перепугались, начали еду добавлять, каши добавлять. То есть лошади, которые были... молодые, лошади, которые не старые, сильные. Вот с ними тоже это все происходило. Мы как-то даже не задумывались на что-то думать. Ну, мало ли. Вот. Потом 14 числа мы дали, как по инструкции, как по всем глистогонкам, повтор. И вот 14 числа случилось, старый конь, самый старый, он пал. Мы его, тут уже началась паника, мы начали понимать, что что-то происходит. То есть лошади, которые, вот у нас есть гуцульские лошади, которые просто всегда выглядят шикарно, всегда они толстые, упитанные, а одни кости были на них. То есть это не чуть-чуть перепали, да, одни кости. Вона перестала їсти, так? Нет, они первый день, второй день так чуть-чуть начали, третий день уже начали есть. Но потом они уже ели все остальные дни. Они просто стали худеть на глазах до костистого вида, визуального. И мы обратились к врачу, вот тот конь, который упал, мы его сразу, на вскрытие врач приехал. У нас есть врач, который нас по всем случаям ведет, но мы всегда консультируемся и с другими врачами по Украине. Просто этот врач, рядом с нами, и очень с ним удобно работать. Его многие знают, это Шулешко Александр Алексеевич. То есть сразу он сделал вскрытие. Сразу же забрали кровь со всех лошадей без исключения. Кал собрали без исключения на анализы. И вот когда пришла экспертиза, что с той кровью, у всех лошадей, независимо от возраста, у нас же есть и 30-летние, и у нас есть там 3-летние, 4-летние, 7-летние лошади, у всех одинаковые были показания по почке отказывали, печень отказывала и сердце отказывало. Мы подумали, то есть нам назначили лечение быстро. Другие врачи, там Лободенко, еще другие из других городов, сразу сказали, что спросили, что мы делали. Мы сказали, вот эту глистогонку давали. Сказал врач, вот Лободенко, что это не первый случай, он же о нем знает, срочно снимать интоксикацию и немедленно выкапывать лошадей. Ну вот что мы и принялись, их выкапывать, поддерживать печень, сердце. Пані Олена, скажіть, а чи давали ви ці препарати коням раніше, там, можливо, в минулих роках? Ні, нам його не посоветовали, цей препарат. Ми завжди давали другого производителя, такий зелененький він, і ми на ньому сиділи, як би нас устраювало все. Но нам посоветовали, що потрібно поміняти, що лошадям не можна давати одне і те же. А хто саме це сказав? Но нам давно это говорили и врачи, и все, потому что мы более 5 лет вот занимаемся этими лошадьми. У нас есть некоторые вот сначала, вот первые лошади, которые к нам попали. И все говорили врачи, что надо менять препарат, что глистогонку и конники нам это говорили. И мы вот, я не знаю, путем просто девочек, которые заказывают препараты,
Ну, так вот, путем этим нам же интересовала и ценовая политика, он примерно столько же стоил, сколько и этот. Тобто ціна і... однакова, так? Ну, да, там отличается там малыми, смотря где закупаєш. И почему-то мы его выбрали. Ну, неважно, мы могли выбрать любой другой препарат. Вот. Зрозуміло. Скажіть, а ветеринар сказав, що є випадки, коли інші тварини, так? Нам, да, нам, да, сказав вот Лободенко, что были у него случаи, почему он сразу же отреагировал и сразу же сказал, что делать, быстро снимать интоксикацию, отравление. И получается, потом мы начали спрашивать у других конников, кто что давал. И к нам пришла информация, что уже упали, то есть умерли две лошади с другого района, там Харьковский район, то есть вот тоже они дали, это уже, ну, получается, в это же относительно время, плюс-минус, тоже глистогонку лошадям. Ну, может быть, они просто не заметили. И они раньше тоже его не принимали, так? Вот не знаем мы, чем они пользовались раньше, почему вот они нам это сказали, и лошадей своих они не спасли. Ну, мы не знаем, потому что мы этот случай как бы подняли. И по крови, вот когда мы сдали в этот же первый день, 14 числа, всем кровь и кал, у всех одинаковая была картина. И токсическое отравление, то есть получается, что этим препаратом. Нам вообще тогда врач сказал, почему мы сильно, конечно, были испуганы, нам сказал врач, что в лучшем случае вы спасете 50 на 50 поголовья, в худшем у вас останется 1-2 лошади. То есть вот в таком шоковом состоянии мы их панически, круглосуточно, можно сказать, капали, кололи, доставали все возможные, ну, любыми путями, потому что препараты на лошадь, ну, дорогие сами по себе, и там же дозы лошадиные, то есть, как правильно вот говорится, лошадиная доза, то есть это 6 литров из раствора, глутергины, кокарбоксилазы, ну, все остальные препараты были в большом объеме, почему вот у нас была паника. Скажите, а чи є зараз динамика покращення тварин? Ну, смотрите, да, и вот приезжали к нам на днях девушки с другого конного предприятия, и они посмотрели наших лошадей, но они тоже хотели нам помочь. Вот. Дело в том, что я их вижу каждый день, лошадей. Каждый день у меня паника вокруг них. А люди вот со стороны, которые приехали, да, есть лошади, как говорится, ну, в таком состоянии, но выходящем с этого состояния. То есть, на их взгляд, они сказали, что угроза прошла. То есть, то, что на сегодня видим, некоторые лошади начали поправляться. То есть, у всех отменный аппетит. Тобто, ну, лікування дає свій результат, так? Ну, да, потому что мы все делали, ну, как бы правильно, слушали врачей. Мы ничего не исключали, даже из-за ценовых, допустим, гиптрал, вот очень дорогой, там, глутаргин и все вместе, мы ничего не исключали, все делали правильно. Вот, может быть, ну, в общем, у нас пал только один конь в тот именно момент, когда мы дали вторую, ну, дозу глистогонки. Именно в тот момент, но он был очень старый, очень, сам по себе очень ослабленный, у нас были его анализы до этого, мы его лечили, смотрели за анализом, у него и были эти органы, и просто этот удар он не пережил сразу. А все остальные, даже вот двухгодичные, то есть все одинаково. И мы подумали, что лаборатория ошиблась. И мы буквально через там 3 дня сдали опять же кровь всех лошадей, опять только в другую лабораторию. И она подтвердила первые анализы. Получается, первые анализы были правильные. Мы уже думали на то, что лаборатория ошиблась, что быть такого не может. Да, получается, все и тоже подтвердили токсическое отравление. Скажіть, ви зверталися до виробника цього препарату зі скаргою якось, чи будь-до кого? Ну, смотрите, да, у нас препарат этот, кстати, еще остался. И, кстати, при вскрытии первого старого коня, которому вот второй раз далась глистогонка, были почему-то живые глисты в кишечнике. То есть они есть на фотографии, они живые почему-то. То есть первая глистогонка вообще-то должна была, тем более такая токсичная, убить этих паразитов, но почему-то они были. Мы сразу же, я позвонила в эту фирму и сказала, что вот у нас такое случилось, и что, пожалуйста, притормозите, ну, до выяснения и ваших, и наших, притормозите продажу этого препарата хотя бы, чтобы, ну, не погибли у других людей животные.
Вот, я просто звонила, но со скаргой мы не обращались, потому что, ну, мы понимаем, что это надо, ну, это доказывать надо, то есть надо препараты, они у нас есть, то есть сдавать куда-то, что-то, но это целое дело. Нам главное было предупредить людей, чтобы притормозили вот прием этих препаратов. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а скільки коштує цей препарат? Ну, 63 гривни, вроді би. Я точно не пам'ятаю в закупці. Ну, приблизно так. Вот такі ціни, да. Просто у нас приют, да, ми не можемо закупати якісь елітні, дорогостоючі, там, по 400, по 500 гривень, я навіть не знаю, які вот эти... Який у вас офіційний дохід у вашому притулку? Тобто, ви маєте таку можливість купляти там якісь препарати для лікування? Ми обратились к людям. К обычному населению, потому что это приют, и она знает, и те, кто нас поддерживают, и нашу деятельность, и участвуют в нашей жизни, мы обратились к ним. Но благо, что эти люди, мы лечили до этого животных, там собак, других каких-то больных, и на первый запас, на первый день, на лошадей, у нас оказались, пусть не все, но препараты оказались, то есть мы докупали только там... Якусь частину, так, сіли, так. Порошки, да, но вот прокапать лошадей, сразу дать им гептрал и часть глутаргина у нас были в приюте в запасе. Это очень большое спасибо людям, которые раньше присылали посылки для животных других приюта. Тобто офіційного доходу у вас немає, тільки допомога нет, людей, нет, так? Нет, это приют, это только, да, государство нет, я даже не знаю, кому у нас помогает оно. Ну, именно в нашей области Днепропетровской. Государства нет. Вот только небезразличные люди, которые откликнулись, увидели там посты. Но это все равно на лошадь пришла помощь, вот благодаря тому, что у нас были запасы. Вот мы на них, как бы говорится, и вытянулись, и новое докупили. Ну, смогли вовремя оказать большое, потому что... Да, потому что на лошади... Ну, это большие объемы идут. Скажіть, будь ласка, а скільки коштує препарат для одужання тварин? І скільки вам потрібно їх? Ну, нам нужен глутаргін, гептрал. Ну, ми, смотрите, ми ж вже пройшли вот эти курси. У нас осталось вот докалывать к карбоксилазу, потому что тогда не всем коня было проколото, ну, то есть проколото всем, но не полный курс. И карбоксилаза до сих пор нужна, у нас есть старый конь слепой. Вот еще показывает по анализам, что у него сердце еще очень слабое. Вот карбоксилаза, если ее нам помогут еще достать, мы будем очень благодарны. Капельницы прошли, вот первые 5 дней они выкапывались, все растворы. То есть капельницы мы закончили. Вот нужен этот сердечный препарат, карбоксилаза. Зрозуміло. І у вас зараз є можливість звернутися до наших слухачів. Що б ви хотіли сказати? Я хотіла сказати, будьте люди добрее. Не проходите мимо другой беды. Ведь может кто-то против вот приютов, зачем их спасать. Понимаете, каждая жизнь бесценна. И мне хотелось бы сказать, что не надо различать вот там собачка, кошечка, лошадка, ежик, лисичка. Все они хотят жить. И помощь вот таких приютов этим животным. Потому что если бы вы приехали в любой приют или в наш, и вы увидели, сколько на вас смотрит глаз спасенных, я уверена, что сердце любого человека перевернется, в нем мировоззрение и первое понятие, и появится чувство доброты и сострадания к другим. Цей коментар українському радіо Дніпро надала засновниця притулку «Пегас» для коней та диких тварин Олена Русіна. Наша програма триває, і про те, в якому стані зараз знаходяться коні, телефоном ми запитали доцента Дніпровського державного аграрно-економічного університету ветеринара Олександра Шулешко. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ви дізнались про ситуацію, яка склалась у притулку? Ну, я був у відпустці, мені передзвонили, що така біда сталася, що вони хотіли притравити ендопаразитів, просто глистів, задали препарат новий. Він дав ось таку реакцію. Ну, вигадаємо, що ми не можемо стверджувати, що саме так, що саме за цього препарату 100%, але саме після нього сталася така біда, бо іншим тваринам, яким не давали цей препарат, з ними все було добре. Скажіть, будь ласка, а в якому стані зараз знаходяться коні? Чи є динаміка результатів аналізів? Так, є непогана динаміка, багатьом з них стає краще,
але не всі ще коні вийшли з цього стану, бо ми робили розтин загиблих коней. Там дуже сильне ураження тонкого відділу кишківника і ураження серця. Про це вказують і біохімічні аналізи, і морфологічні аналізи в крові, що ще й досі не всі вони готувалися ці отруєння. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а що вам взагалі відомо про цей препарат? Взагалі є якісь випадки погіршення? Так, справа в тому, що ми потім вже навели справки, і багато хто з людей, хто використовує цей препарат, скаржились на дуже подібні ознаки отруєння. Тобто були такі випадки, так? Так, ну ми просто не знали, бо ми якби понадіялися, що якщо фірма буде, то вона відповідає за те, що робить. Ну, а знов-таки, ми не можемо зараз якісь робити підтвердження. Тобто це припущення, так? Це припущення, так. Тому що, ну, в той же час це сталося масово. Не одна тварина, а багато тварин. Півтора десятка тварин захворіло. І це сталося зразу після дачі цього препарату, через кілька годин. То це все вказано на те, що й було отруєння. А оскільки погано стало саме тим тваринам, які отримали цей препарат, а тим тваринам, які не отримували з ними все добре, то ну, логічно, що це щось не так з цим препаратом. Скажіть, будь ласка, а чи достатньо препаратів для лікування на даний час? Ой, в цьому випадку завжди є проблеми, тому що це коні, це не собачки, це не коти, де там треба чуть-чуть одних тільки розчинів для внутрішньовенного введення, серцевих препаратів, це треба ящиками, а не флакончиками. Тому завжди є потреба у допомозі. Зрозуміло. І що б ви хотіли сказати тим, хто зараз нас чує? Ну, якщо є у вас можливість допомогти тваринам, якщо цим переймаєтесь, то, будь ласка, допоможіть або грошима, або препаратами, або кармами доброї якості, тому що ці приюти, вони виживають тільки завдяки допомозі людям, яким це не байдуже. Цей коментар Українському радіо Дніпро надав доцент Дніпровського державного аграрно-економічного університету ветеринар Олександр Шулешко. Нагадаю, це була програма «Тема дня». В студії для вас працювала ведуча журналістка Анастасія Мандрика. Бажаю всім миру та милосердя. До наступних зустрічей в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».